Так, дорогие друзья, всем доброе утро. У нас прошли утренние тренировочные тесты. Мы выезжаем на парад пилотов. Нас расставляют, Гришку сейчас паркуют, меня тоже. Всех ждем в Рязани сегодня, будет жарко. У-ху! Скажу об этом чуть позже, а сейчас давайте смотреть заезд. Итак, Данила Воробьев в роли лидера, и он на чемпионский титул не претендует, а вот Анатолий Щербак вполне себе очень даже серьезно. Ух. Итак, смотрим, Анатолий Щербак вернулся за руль 200SX в кузове. Наших аплодисментов, многоуважаемые зрители, это ну вот то, чего мы ожидали после вчерашней квалификации, именно вот таких проездов мы ожидали сегодня. Очень важно и круто то, что несмотря на касание гардрейла, не Анатолий Щербак уходит.